Олег Жемяка поздравил приморских следователей. Наиболее отличившиеся получили благодарности главы региона. Профессиональный праздник сотрудники следствия отмечают 25 июля, начиная с 2013 года. Он установлен указом президента Владимира Путина. Выражая слова признательности следователям Приморья, глава региона Олег Жемяка подчеркнул, что Следственный комитет на протяжении 16 лет решает самые сложные задачи и реагирует на серьезные вызовы. Растет уровень доверия населения к следственным органам. Мы видим, что практически 100% раскрываемость граждана ограничивает возможности совершения преступлений и предупреждает и предостерегает, что любое преступление будет расследовано и преступник понесет заслуженное наказание. Это очень важно и в плане профилактической работы, и в плане безопасности жизни наших граждан. Вот. Приморские следователи всегда показывали такие высокие результаты. Здесь хорошая следственная школа, и, безусловно, вы являетесь ее наследниками, кто продолжает вести эту работу. Благодаря работе приморских следователей почти 2 миллиарда рублей возвращено государству и гражданам региона. Сегодняшние реалии ставят перед нами новые задачи. Мы наблюдаем провокации и теракты в различных регионах страны. И наша с вами важнейшая задача сегодня – пресекать любые попытки нарушить спокойствие наших граждан. Вот, сейчас здесь сказали, что 11 сотрудников ушло непосредственно на новые территории исполнять свой воинский долг. Мы знаем, что в каких сложных ситуациях они там работают, но, безусловно, поддерживая их семьи здесь, поддерживая с ними связь, вы укрепляете их веру в то, что они делают нужное, важное дело. Мы по праву гордимся такими ребятами и, безусловно, уверен, что этот поступок послужит и для многих других таким же примером, по которым пойдут на смену им, на ротацию, значит, другие представители Следственного комитета Приморского края.